Мне не устраивают полы, которые дырки наделали, которые окно, сколько, полтора года стояло без, да, это, на дожди. Да, вот здесь сейчас находиться в данный момент, вот будет эта сдача, ради бога, приходите, выходите, сделайте репортаж. Ну а какая разница, что сейчас, что потом такая же ситуация будет? Это объект находится вот так тактично нашу съемочную группу, а заодно и собственницу жилья попросили покинуть помещение. Между тем, Оксана Костенко уже приглашена на вручение ключей. Собрание собственников этого подъезда состоится 11 ноября. Я буду отказываться от ключей, потому что мне все не устраивает там. Мне не устраивают полы, которые там сколько, полтора года все стояли под дождем, мокрые были. Окна, которые сейчас не закрываются, все... в ужасном виде. Под потолком, конечно, там плесень, они прикрыли все. Впрочем, к качеству ремонта в подъездах и в общей кухне у Оксаны претензий нет. Нет их и у Аллы Храмцовой. Вход на кухню и туалеты. Здесь вот у нас туалеты, унитазики новые, это плиточка. Так-то, в принципе, претензий нет. Вот в туалет душевая, вот, пожалуйста, это общего пользования. Раковина новая. Тут претензий вообще никаких абсолютно. Окошечко прекрасное, беленькое, новое, новые батареи. Так-то нет претензий здесь. Претензии вот чисто частного порядка по комнатам. Балкон разбит, линолеум испорчен. Алла Борисовна от ключей уже отказалась, написала претензии. Ну вот, например, нет электричества здесь. Ладно уж, я закрываю глаза на многое. Ладно, бог с ним. Линолеум испорченный, напрочь, все испорчено. Испорчен, ущерб колоссальный, конечно, если честно. Ну ладно, мы уж на многое глаза закрываем. Например, вот балкон у нас был великолепный. Теперь собственники со списком претензий по качеству ремонта их комнат собираются идти к главному заказчику, в администрацию. Самые популярные из них – качество межкомнатных дверей и избирательная система замены окон. Администрация города Бийска будет принимать претензии от владельцев квартир по рате на 90, но с каждым из заявителей мы станем работать индивидуально, проверять обоснованность представленных претензий. Соответственно, от результатов таких проверок и будет реакция на их заявление. 3 года жители этого дома ждали момента, когда смогут вернуться в родные стены. Теперь же и разбирательства по претензиям могут затянуться. Марина Волкова, Андрей Сигаев, «Будни».